Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Юнит 1, секция 2, упражнение 34. Walking paths. Here are some activities that people do while they are on holiday. Put them under the correct heading. Some activities can go under more than one heading. Работа в парах. Вот некоторые вещи, которые люди делают на каникулах. Соотнесите их с заголовками. Некоторые занятия могут подойти к нескольким заголовкам. Три заголовка. Первое. Traveling by car. Путешествие на автомобиле. Hiking. Походы в горы. И staying in the city. Пребывание в городе. Первому заголовку мы должны внимательно изучить список слов, которые даны у вас в упражнении 34. И выбрать подходящее. Я сразу вам скажу, что путешествия на автомобиле позволяют нам выполнить очень много различных действий, поэтому список будет длинным. Посмотрите на него, давайте прочитаем и переведем, что же мы можем делать. Go fishing – рыбачить. Visit museums – посещать музеи. Buy souvenirs – покупать сувениры. Call friends – звонить друзьям. Stay in hotels – останавливаться в гостиницах. Taste local food. Пробовать местную кухню. Take photos. Фотографировать. Go sightseeing. Осматривать достопримечательности. Explore nature. Исследовать природу. Swim and sunbathe. Плавать и загорать. Send postcards. Посылать открытки. Play badminton, football, tennis. Играть в бадминтон, футбол, теннис. Visit places which tourists very rarely visit. Посещать места, где туристы бывают редко. Переходим ко второму заголовку. Hiking. Походы в горы. Что мы можем делать, если выбрали данный способ путешествия? Мы можем go camping, ходить в походы, call friends, звонить друзьям, take photos, фотографировать, explore nature, исследовать природу, swim and sunbathe, плавать и загорать, visit places which tourists very rarely visit. Посещать места, где туристы бывают редко. И последнее, это способ путешествия, который даже трудно назвать путешествием, это остаться в городе, пребывание в городе. Мы можем go shopping, ходить по магазинам, visit museums, посещать музеи, buy souvenirs, покупать сувениры, call friends, звонить друзьям, take photos, фотографировать, go sightseeing, осматривать достопримечательности, play badminton, футбол, теннис, играть в бадминтон, футбол и теннис. Окей, задание выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.